Октавио Окампо, мексиканский художник-сюрреалист, родился в семье дизайнеров 28 февраля 1943 года в городе Селая, Мексика. Октавио Окампо пишет двойные картины иллюзии, где сквозь горы проступают образы людей, а природа часто очеловечена игрой воображения мастера. Только в работах Окампо прекрасная лилия на глазах изумленного зрителя превращается в женщину, а урбанистический пейзаж становится изображением американского президента. Так, соединяя реалистические и метафорические детали, мастер создает неповторимые картины, которые навсегда меняют представление людей об искусстве. Чем дольше вы будете изучать его работы, чем пристальнее будете в них вглядываться, тем больше спрятанных изображений вам удастся найти. Все мелкие элементы, составляющие в совокупности всю композицию, представляют собой отдельные изображения. В итоге получается очень интересная двойственная иллюзия, состоящая из скрытых образов. Смысл сюжетов и образов картин Октавио Окампо зачастую формируется при непосредственном участии наблюдателя и зависит от его восприятия. Продолжая традиции Сальвадора Дали, Октавио Окампо использует технику оптических иллюзий, которая вызывает искажения в зрительном восприятии. Чем больше времени человек рассматривает эти работы, тем больше ему удается найти спрятанных изображений. Так каждый человек может найти на картинах Окампо что-то свое, недоступное другим. Ведь сам художник постарался наполнить их символами и бесконечными смыслами, различными содержаниями и ассоциациями. Я называю свое искусство метафорическим, потому что когда вы смотрите на мои картины, они переходят от одного изображения к другому. Моя философия в том, что мы живем в разных вселенных, параллельных друг другу. Так как я рыба по знаку зодиака, я чувствую, как это естественно для меня. Вселенная и философия – вот мой путь. Картина Октавио Окампо можно рассматривать достаточно долго, и поэтому для особо любознательных индивидов я оставляю ссылку в описании к видео на папку с картинами Октавио Окампо. Изучайте творцов и начинайте творить сами. Желаю приятного просмотра и прослушивания, а также полного погружения в параллельные реальности художника-сюрреалиста Октавио Окампо.